Всем доброго дня! Cyber Interactive опубликовал первый дневник разработки Roadcraft. Я вам его зачитаю, можете поставить на фоне. Приятного, так сказать, прослушивания. Всем привет! Прошло несколько месяцев с анонса Roadcraft на церемонии открытия Gamescom 2024. Мы рады видеть ваш интерес и то, что у вас есть вопросы по игре. Цель этого дневника – ответить на некоторые из них, а также дать вам больше информации и контекста вокруг Roadcraft. Основная идея. Наши предыдущие игры SnowRunner и Expedition использовали смесь технологий, комбинируя движок MudRunner с разработками Cyber. При создании Roadcraft мы поставили перед собой цель полностью перенести все технологии, которые сделали SnowRunner непревзойденным симулятором бездорожья – движок Swarm Engine. Так мы создали целостный движок, который позволил нам расширить границы игрового процесса, и заодно добавили наработки, накопленные в двух наших проектах на Swarm Engine. В Roadcraft у вас будет более высокоуровневая роль в сравнении с простым работягой, до которого вы играли в SnowRunner. Вместо того, чтобы просто перевозить грузы по бездорожью, вы будете управлять ресурсами для оказания помощи пострадавшим, прокладывать маршруты для других водителей и ремонтировать дороги, чтобы обеспечить бесперебойную доставку. Изменились и задания. Вам предстоит решать более сложные задачи. Например, чинить электросети и вывозить жизненно важное оборудование из пострадавших от стихий районов. И хотя преодоление бездорожья остается частью геймплея, теперь оно играет скорее вторичную роль, позволяя вам сосредоточиться на более масштабных стратегических задачах. Кто мы? В команду Roadcraft входят как ветераны индустрии, так и новые увлеченные таланты. Некоторые из разработчиков с нами еще со времен MudRunner, когда они создавали знакомые вам захватывающие внедорожные приключения. Другие же принесли с собой свежие идеи и энтузиазм, помогая нам расширять границы того, какой может быть игра про бездорожье. И в заключение слово от команды. Разработка Roadcraft на нашем собственном движке была сопряжена со значительными трудностями, тем более, что сам движок Swarm Engine все еще находится в процессе разработки. Как вы понимаете, работать над проектом, в котором одновременно развиваются и игра, и движок, нелегко. Но мы не остановились на этом. Более того, мы добавили в игру уникальные технические возможности, которые до нас никто не использовал. И в итоге сделали гибридный игровой процесс, органично сочетающий в себе разные жанры. Roadcraft — это игра, созданная геймерами для геймеров. Многие из нас оставили в игре личные штрихи, пасхалки и уникальные элементы. И мы не можем дождаться, когда вы сможете исследовать все, что мы создали. Вот такой первый дневник разработчиков. Будем следить дальше за новостями. Конкретики, конечно, было мало, но кое-что они все-таки до нас донесли. На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч!